Ну а в следующее видео прислали нам телезрители, ставшие очевидцами необычного поведения водителя на дороге. Свидетели рассказывают, что мужчина, на вид которому около 70 лет, пытался протаранить трамвай. Произошло это в воскресенье в Заводском районе на пересечении улицы Городная и Первый лучевой проезд. Трамвай номер 8 только что отошел от остановки, и вагоновожатая увидела, что навстречу по рельсам несется автомобиль. Вагон затормозил в нескольких метрах от остановившейся машины. А я тебе говорю, он на меня... Я говорю, не трогай ты, пожалуйста, он прям на меня едет. Мужчина, а что же вы такой пьяный за руль сели? Не знаю, что... Вы могли сбить кого-нибудь. Почему водитель легковушки пошел на таран трамвая, он вразумительно объяснить не смог. Очевидцы уверяют, пожилой мужчина был пьян и продолжал отхлебывать из бутылки, которая валялась на полу салона. После выхода из авто мужчина с трудом держался на ногах и даже присел на проезжую часть. В результате экстренного торможения пассажиры трамвая не пострадали. Один из них попытался убрать машину с путей, но оказалось, что заглох аккумулятор. Возможно, именно поэтому автомобиль застрял на рельсах, и столкновение лоб в лоб удалось избежать. За предоставленный материал мы благодарим жительницу Саратова Изабеллу Казанцеву, отправившую видео в нашу группу ВКонтакте. Ну а если у вас есть интересный материал, присылайте, мы есть во всех социальных сетях.